учителя. Целое лето я смотрела фильм Тина на тему «Любовь, школа, подростки». Первый наш фильм топ-10, первый кино наше, называется «Хорошие дети не плачут». А в этом фильме рассказывается о трагедии, о девушке, которая сначала ненавидела мальчик, но потом вышло так, что они, наоборот, начали сближаться друг к другу, общаясь вместе, но вдруг она заболевает, когда он ей ударил глаз, и она покажется просто со страшной болезнью. А с какой вышло дальше, что вы знаете, посмотрев этот фильм, а то получится, что это уже и рассказ об этом фильме полностью. Второй наш фильм называется «Три метра над уровнем неба». Рассказывается о парне, который влюбляет девушку, но она его отшибает каким-то скрипом. Но тем не менее, они встречаются. А дальше... Короче, она хотела сказать: ставьте лайки вверх и подписывайтесь на наш канал.